Мероприятие проводилось для сотрудников и студентов, членов стипендиальных комиссий организации высшего образования со всей Челябинской области. В ходе проведения школы-семинара было рассказано о видах стипендий и материальной помощи студентам. Это мероприятие посвящено знаниям. Но наш профсоюз, как правило, объединяет студентов всех вузов для того, чтобы приобретать новые знания, для того, чтобы защищать свои интересы. И такие мероприятия мы проводим в течение года не одно, оно посвящено, посвящены они и стипендиям, общежитиям, ну и другим социальным вопросам, которые касаются нашего студенчества. На данное мероприятие приглашаются спикеры, которые компетентны в сфере образования и в сфере стипендиального положения. Мероприятие носит в первую очередь обучающий характер. Характер такой, чтобы студенты, которые приходят на это мероприятие, не просто знали свои права и обязанности, помимо этого они должны еще знать, как правильно добиваться этих прав и обязанностей. Ежегодно идет обновление стипендиальных положений и вносятся какие-либо изменения. Именно поэтому на базах разных университетов проводят подобные мероприятия, чтобы проинформировать студентов. Сегодня я пришел, чтобы получить новые знания и ответы на те вопросы, которых нельзя, наверное, найти в законодательстве. Данное мероприятие достаточно важно, его нужно проводить регулярно, так как происходят определенные изменения в законодательстве, в понимании. Есть вопросы у студентов, на которые внутри вуза они не могут найти ответы. По словам организаторов, данные мероприятия не только информируют студентов о каких-либо изменениях, но и позволяют им пополнить свой багаж знаний и полезной информацией.